Неизвестно, кто они, неизвестно, откуда, неизвестно, что делают в Иркутске. В областном центре начались так называемые миграционные рейды. Под пристальным вниманием полицейских иностранные граждане. А вот как проходят такие профилактические мероприятия? С какой целью приехали в город Иркутск? Февраля. Понятно. Спросите у гражданина, где он проживает сейчас действительно. А я когда-то сам. А, называется. Подвал. В подвале это где? Опознать, кто свой, а кто чужой во время рейда было несложно. Для этого проверяли документы иностранных граждан. В общей сложности сотрудники полиции выполнили такую процедуру около 60 раз. Итоги рейда показали, 15 человек прибывают на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. На каждого иностранца составлен административный протокол, а вот 4 мигрантам уже в ближайшее время придется отправиться на родину. По решению суда их выдворят за пределы России.